Здравствуйте, зрители YouTube-канала, уважаемые соседние страны: Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Всем ассаламу алейкум. Вот так в Узбекистане, вот в Ташкентской области дерево павлония растет. Вот так вот посадили. Это мы питомник поздно сажали. Это в самый последний сюда посадили. Кроме этого, есть у нас еще другие питомники большие. Туда мы 500 тысяч штук посадили. Вот так сейчас осенний сезон будем отправлять всем клиентам. На канале полную можете информацию увидеть. Вот если Казахстан у нас будете заказывать, у нас Черняевка близко, вот фуры здесь очень много проезжает, можем прям в течение часа отвезти до Черняевки и перевезти через границу. Казахстан очень много у нас заказов в этом году, так как у них, оказывается, по проекту до 2025 года они должны 2 миллиарда деревьев посадить. У нас 75 миллионов, Казахстан 2 миллиарда деревьев. Ну, не только павлония, кроме павлония, там елка, вот такие к нам заявки падают. Мы пишем, сейчас вот начнем отправлять Казахстан. В основном Казахстан очень большую партию у нас вот покупает. Еще на видео буду на YouTube канал ставить. Я их на большой питомник отвез, они посмотрели, они гектарами купили у нас. Сейчас будем отправлять. Они сами машину все отправляют. Ну, процесс, короче, буду на видео снимать, на YouTube канал ставить. Мой канал, за моим каналом следите, имею в виду. Если с русским языком чуть-чуть, ну, плохо, с акцентом или что-то, где-то ошибка, с ошибками говорю, без обид. Я сам узбек. Вот мой дом, здесь живем. Здесь вот офис, наш офис. Вот так вот. Сейчас воду даем. Ну, воду пьет павлония. Вот прошлое видео, здесь вот деревья были, елки, сосна, павлония, очень много здесь было. Все вот продали в этом году. Вот, ни одного не осталось. Время нету вообще видео снимать вот на поле. 500 тысяч штук павлония посадили, 200 тысяч штук елки, еще декоративные деревья. Очень много усилий уходит все равно. Из этого видео не ставлю. Вот сейчас чуть-чуть на расслабухе. Ну, буду дальше теперь же видео снимать, показывать. Вот здесь деревья были, павлония, все вот продали. В этом году, в прошлом году поменьше сажали. В этом году еще больше посадили, ну, посадили 500 тысяч штук. В прошлом году 200 тысяч штук. Ну, в этом году, в апреле, которые сажали, вот они растут. Ну, это попозже сажали. Есть апрельские, я это видео сниму, на YouTube канал сейчас поставлю. Многие за границей звонят там, где большие питомники там. Время нету. Ну, на видеоразделе есть большие питомники. Не могут, да, люди первый раз заходят в YouTube. Некоторые, ну, пожилые, из-за этого, наверное, не знают. Вот. За границей вот едут. Вот. Вот. Это какой номер? Вот. Полностью это трасса. Можете Казахстан смело, Таджикистан заказывать. Вот здесь деревья были, ни одного дерева не осталось. Вот. Такой навес сделали. Здесь биогомос был, биогомос тоннами продали, не осталось. Вот здесь, в этот офис не успели все завести мебель. Время нету, честно вот. Ну, здесь цветы, я показывал до этого. Вот цветы разные. Ну, здесь местные с Узбекистана приходят, домой берут. Вот такие вот цветы. Очень хорошие цветы. У нас дома даже. Мама тоже очень сильно любит цветы. Вот. Супруга любит цветы тоже очень много. Мы для продажи приносим. Супруга все домой.
Дом сейчас полон цветами. Супруге тоже повезло. Ну, в основном она выбирает эти цветы. Вот, такие есть. Таких тоже очень много. Ладно, всем удачи, добра. Канал мой наблюдайте, смотрите за каналом, подписывайтесь. Еще много видео можете увидеть. Информация о Павлоне. Удачи всем, добра.